Всем привет, мы продолжаем прохождение Айзека, и как мне спасибо большое напомнили, давно-ка мы не играли за Эдена, просто начнем. Я совсем забыл, кстати, про вот эту штуку. Абсолютно забыл. Да что-то нужно делать с красным сердцем, если не ошибаюсь. Возможно, как-то его спустить. До какого там, до чего там уровня низкого, что-то типа этого, хотя возможно я и не прав. Эх, забыть чего я нифига не помню. Это мне хорошего, да, либо его вот такого, а лазером хреначит. Надо из-за этого опять не забывать, что нужно уклоняться и бегать все-таки по комнатам. Вот, а не терять жизни на муках и прочей ерунде. Экстра жизнь, угу, отлично. У нас тут две комнаты, потому что мы за него играем. Или из телефона, не знаю. И, соответственно, два босса будут. По идее, если две золотых комнаты было. Значит, будет и два босса. Наверное, так. Опять же, я мог многое забыть. Совсем все из башки вылетело. Про жизнь, то есть стоит ли спускать ему жизнь красную, не стоит ее спускать. Ну пока что я красную жизнь спустить особо не могу без потери силы, а это не очень хочется делать. Неудобно они расположены, комната такая, что надо делать все аккуратно. Может, наверное, более удачно было рвануть, но... Веселая бомбочка рванула и сделала то, что я не сделал. Позволила мне взять бомбу. Не знаю, стоит ли тратить бомбу на ключ. Духа потом не будет. Давайте на всякий случай потратим, потому что у нас было уже такое, что... Проходя мы на втором уровне не открывали золотую комнату, хотя можно было открыть из секретки бомбы, но я как всегда тупил. В этом плане, поэтому... Лучше так, чем по-другому. Хороший пет, мне нравится. Нам бы еще самим лазер взять, только сделать его таким толстым. Блин, фигово. Отлично. Не будем мы спешить. Так. Я надеюсь, нет, это все-таки локдаун, к сожалению. О, какаха. Самый везучий босс. Ну, для меня... Как ты резко-то отживел. Я понимаю, что увидев этого типа в лифоне, там, любой бы потерял чувство передвижения и так далее. Ну, как ты быстро, какаха, отживела. Так. Телефону труселя. Теперь близнецы. Близнецы, не знаю, как называть правильно. Ай! Вот, сейчас было глупо. Ну, просто глупо. Несложно было все, но глупо. Ну, первый вообще редко бывает действительно сложно, если ты не делаешь какие-то тупые ошибки. Я, к сожалению, обычно делаю. Дымак и рейндж, и хвост мы берем. И эту штуку мы тоже берем. А, мы не можем ее взять, потому что нет красной жизни. Да что за нафиг? Хвост Гапи я взял. Ну а что за фигня вообще? Что за фигня? Пойдем в шипастую комнату. Первый уровень, нужно это делать.
Кстати, давайте посмотрим. ДПС у нас, кстати, неплохо очень. По ДПС очень неплохо. Мы тут только что взяли еще там апгрейдик. Ну, дай что-нибудь дельное. Ну, под что-нибудь дельным я думал, что все-таки будет что-то дельное. А не просто мы потеряем сердце и получим урон. Получилось как получилось. Второй уровень тем временем у нас. Так, секундочку одну, буквально одну секундочку, сейчас мы это... Так, мы продолжаем? Блин, мы продолжаем. Были небольшие проблемы с джойстиком. Ну, или геймпадом, опять же. Не буду заострять внимание. Буду заострять внимание на том, как я туплю. Не было сложным, это было глупостью, я почему-то зажался в углу. Как я люблю глупые потери жизни, обожаю. Кстати, за Эдена, я думаю, пару-тройку забегов точно мы сделаем, персонаж довольно-таки интересен. Мы очень давно за него не играли, и сит, он не выбирается рандомно. Спасибо, что мне напомнили об этом. Ну и вообще за помощь спасибо вам, за все подсказки, советы. Чего не получилось бы у меня, если бы не ваши подсказки и помощь, просто даже морально поддерживая. Отлично. Еще один сундучок, еще немножко денег и бомба. Бомб у нас теперь много. Вопрос, как их лучше использовать. Ну давай, открывайся. Убуйся, змееголовый. Чем змееголовый, кто его знает. Скорее. Черепоголовый, блин. Черепоголовый, это еще, блин, хрена и... Яйцеголовым тоже не назовешь все-таки. Форма головы не такая. Ну давай, 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 давай. Эх, долго его бить. Главное сейчас не зафейлить. Из-за того, что долго бить, и... Я начинаю спешить. Каско! Мы теперь, блин, эти шахтеры. Это просто какие-нибудь, не знаю, диггеры. Может быть, кто-нибудь еще. Если что-нибудь еще вспомню. Назову нас так. Да, Пет? Этот ответ не может, к сожалению, он механический. Жаль. Ой! Наверное, зря, да? Наверное, зря. Нагдован. Зашибенная таблетка. Лучше бы я купил эту штуку, да? А, в принципе, я ее куплю. Так вот. За спех получил урон просто. Просто из-за того, что спешил. Уставить в том углу и не получить урона. Спокойно. Абсолютно спокойно мог это сделать. Дай черное сердце. Спасибо за скорость полета снаряда.
Давай, проходи уже это косоглазие, бля. Жесть, конечно, ну что ты не скажешь. Вторую жизнь всего лишь. Пять кучу потерял. Наверное, не в самый правильный момент. Блин, я его застанил. Все, сдохли. Вот тебе легкий, блин, первый уровень. Ну... Я просто идиот. Ну так бывает. Так бывает. Что мешало, я не знаю, вообще не понимаю. Что мне мешало без урона пройти этого босса? Он легкий. Учитывая мой, в принципе, неплохой урон. Твою мать. Пока что туда не пойдем. Туда тоже. Да, не очень получается сделать то, что хочется. Хорошая таблетка, она единственная за этот забег. Хотя, может быть, еще одна была неплохая. Маска, ну что ж. Маска вещь отличная. Еще бы ключ дали, чтобы второй сундук открыть. Было бы вообще классно. Но, скорее всего, не дадут. Пока что я не использую лифчик, потому что, ну, это легкий босс. Если не тупить. И вообще, я думаю, тут сложных боссов-то особо и нет. Ну, тут на него использую просто на всякий случай. Сейчас она живет уже скоро, да? Да, ключ. Блин. А у нас еще золотая комната тут не открыта, к сожалению. В чем беда? Ошибся я с ДПСом, думал, хватит убить его. Не рассчитывая часто урона, за это тоже получаю урон. Не учитывая часто свой урон, за этого получаю часто урон от противника. Потому что не успеваю его убить, когда он чарлится в меня. Лучше проще куда-нибудь отбежать, а я стою на месте. Что, естественно, неправильно. Правильно? Вот и я там уже. Ну что ж, я надеюсь, мы учимся на своих ошибках. И на этот раз я в золотую комнату попаду вот так. Твою мать, я идиот! Понимаете, я идиот. Вот просто идиот. Я только что загубил все прохождение. Просто только что взял и загубил. Я взял эту вещь, потому что, блин, она очень давно не выпадала. Я просто забыл, что она вообще существует. Ну, не то, что существует, забыл, а... Вы поняли, в общем. Розетка, розетка. Я не помню, что это розетка, да. Я целым денег у меня не было.
Хотя я помню, конечно, дает розетка, но не важно. Блин, такой я балбес. Реальный балбес. Да ладно, открываем, там будут ключи. Ой, жесть-то какая, а. Ладно, заходим. Блин! Абсолютно ненужные урона получу. Пап, лучше бы мне, блин, тирсы апнули так, чтобы это была какая-нибудь, не знаю, не шарик, а, блин, полоса какой-нибудь круглая, как тут раз. У меня было уже раз такое, когда мне повезло. Ну что там? Да папа. Круто. Лапа, хвост, гапи взяты. В принципе, до гапи осталось не так много вещей. И собрать 0 и 2. Я с ума схожу. В чем-то это, этот способ, он приятен, удобен. Но в чем-то вот какой-то комнате сейчас это будет просто ужас. Абсолютно просто для меня непривычен. К сожалению. Ну ладно, все не так уж и плохо. Нет, мозг я брать не буду. Сейчас вот еще взять мозг, и тогда точно я себя убью нахрен. Ну, нет. Тихо, тихо. Ну, иди, не идиот ли, а? Ну, реально, не идиот ли? Да столько просрать жизни. Так тупо. Так глупо. Лакап, ну, круто. Тут что-то ап. Очень непривычно. Я ключ от всех дверей, мне пофигу. Ак, заходим. Берем. Ну вот на этого босса, например, да, тут он удобен, этот шарик. Позволил убить очень легко его. Очень легко. Не-не-не. Нет, вот так. Это уже другое дело.
Ну, тоже удобно довольно-таки. Мы просто стоим, ничего не делаем. Есть моменты, где он действительно удобен. Может быть, их не так и мало. Я не знаю, ну, давай возьмем. Хотя там карт пока что не так много. Наверное, нужно было деньги складировать в этот склад. Ну, может быть, я и не прав. Было карты еще, может быть, купить. Тихо, тихо. Ну как? Ничего? Да. Твою мать! Где мой шарик? Блин, где он? Потерял свои слезы. Офигеть. В принципе, осталось только на босса ходить, вот все, как бы, все открыли, да? Не умею я это делать, ну не умею. Ну бас. Ну бас. Лучше бы я тут, наверное, использовал бы эту штуку. Блин, я об огонь ударился. Ну потому что все внимание на этом сраном шарике, блин. Было. Берем, хуже не станет. Удобнее. Ладно, у нас появилось сердце, целое синее, блин. Ну. Бля, что там с бомбами, да? Хрень, короче, не получилось. Сейчас гуд, гуд. Ой, сейчас попадусь. Чтоб, конечно, я не брал эту хрень. Ну, взял так взял, что поделаешь, ну все. В общем, не могу сказать, что это, ну, действительно хрень и плохая вещь. Нет, это достаточно интересно. Не пойду я на боссов. Да. Да, наверное, это нужно было бы. Просто один ключ. Не хочет страсть.
Давай, 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 не убегай. Хорош. Одни ключи, когда нету, блин, одни сундуки, когда нету ключей. Да сколько раз можно на шипы наступать, а? Сколько раз можно быть таким идиотом? Ладно, там раз-два, ну блин, не каждую серию, блин, наступать на шипы, это уж слишком чересчур. Даже для меня. Тихо. Стоять бояться. Ну давай, что там за карта? Текс. Идем дальше. Ну, трубу. Хотя, если я возьму трубу. Не-не-не, это еще хуже. Думал, как-то изменится в лучшую сторону моя. Мой чудо-шарик. Но нет. Ну, кстати, неплохо. То, что такая вот. Слеза такого цвета и такого. Сказать-то правильно. Ну, короче, шарик вот такой. Тут-то более. Не знаю, ну может быть сходить, да, то есть не тупить. А пойти пооткрывать сундуки, которые мы не открывали до. Из-за того, что не было ключей. Эти от комнаты я открыл вообще. Угу. Блин, где сундуки? Что-то я туплю. Вот они. Все нормально. Так. Делаю раз. Только для меня. Неприятно. Делаем два. И идем в магазин затариваться чем-нибудь. Возможно, там будет что-нибудь для меня полезное, хотя, честно говоря. Блин! Просто отвлекся, посмотрел там на мини-карту, задумался о магазине, что там может быть. И что там нам следует покупать, а что не следует. И это мне стоило, блин, сердце абсолютно глупо. Ну, в сумме. На этих шипах. Я же половину терял, надеюсь. Не будем париться, как-нибудь вот так вот будем. А, понятно. Не особо она замедляется, да? Ладно. Неудобно. Неудобно на ней вот с этими шариками. Блинский, блин.
Здесь катаюсь. Дайте мне что-нибудь, чтобы избавиться от этой хрени, блин. Сдох еще. Я даже не вижу, блин. А, не сдох. Чем я книгу эту взял? Там же идиот. Сейчас будет конец. Мучение. Хотя я не сказал, что это сильное мучение. Я не взял этот шарик. Спасибо всем, кто смотрел. Опять я занобил. Всем пока-пока.